А сейчас я хочу начать с того, что вот проблема выбора оптимальной технологии, наш заявленный вебинар, я сейчас показываю на экране, я всегда стараюсь с вами советоваться. Вот я 21 сентября еще при подготовке к нашему вебинару попросил найти какой-то материал, какие-то научные публикации. Я их не нашел. Оптимальная технология, эффективная технология. Не нашел. Стали уточнять, а что такое технология? Ну, коллеги, технология имеет множество значений. Это не только на кнопочки нажимать, это и педагогические технологии, это технологии каких-то процессов, последовательности, совокупность. Мы берем общее расширенное понимание технологии как некую последовательность, приводящую к нужному результату. Не нашел. И вот единственное, что мне понравилось, наша коллега Наталья Вениаминовна Буханова, кандидат медицинских наук, прекрасный знаток и эксперт в онлайн-обучении, живет в Канаде уже несколько лет. Она мне помогла по университету Атабаски, дала ссылочку на действительно научные исследования, где высчитывались, рассчитывались эффективности тех или иных подходов. Там хорошая статистика, надежная такая вот, надежные данные. Мне это понравилось, я даже там перевод свой начал делать этой статьи на английском языке. Давно это они делают. Но в итоге я понял, что действительно по выбору оптимальной технологии для нас с вами, для тех, которые не имеют бюджетов на исследования в математической форме, у кого ограничены ресурсы, тематика исследований не по этому профилю, я понял, что мы идем впервые, пытаемся найти некий механизм. Но я бы не хотел показаться вам таким всезнайкой, и с одной стороны, и хотел бы опираться на ваше мнение. Во-вторых, я бы не хотел давать сразу саму ту методику, в кавычках, или ту последовательность выбора оптимальной технологии, вот прямо сейчас, готовую. Потому что вы, мне кажется, должны пройти тот интеллектуальный процесс вместе со мной, в ходе которого вы, конечно, можете со мной спорить, можете со мной не соглашаться. И это нормально, потому что я бы хотел выбрать такой характер нашей сегодняшней встречи в формате живого общения, такую поисковую тему, вместе найти решение. И тогда это вам, мне кажется, лучше запомнится, нежели я скажу, сделай раз, два, три, и все будет тебе счастье. Если вы согласны к такому формату, то я снова открою наш опросник. Как я выбираю технологию в обучении? Спасибо всем, кто проголосовал. Вот я ее сейчас снова запускаю, и вы видите статистики, и в том числе я могу озвучить свободные ответы. То есть мы все выбираем технологию. Кем бы мы ни работали, в должности руководителя образовательной организации или методиста, библиотекаря, сотрудника частной компании, кто угодно, мы все всегда что-то выбираем, в том числе и технологии в онлайн-обучении, педагогические и технологические решения. Мы все выбираем. Как мы выбираем? И вот большинство голосов, как вы видите, ориентируется на то, что сначала мы проводим тщательное тестирование каждой технологии. Потом мы выбираем. Видите, рекламе никто не верит. Хотя я заметил, что рекламщики, они умеют цеплять наше внимание, наш интерес. Они так могут рассказывать, что мы верим им. Вот сегодня опять видел критику этих акселераторов в онлайн-обучении. Людей заманивают на как зарабатывать 2 миллиона в месяц. Люди идут, платят. А ведь за этим на самом деле стоит просто реклама, психология толпы. То есть это действительно есть в нашей жизни. Научных исследований
по вот этим технологиям, как мы уже убедились, у нас как бы нет таких серьезных. Вот почему вот Moodle лучше гиперметода? Нет таких исследований научных, нет. Есть масса статей, можно так, можно сяк. Вот мне коллега, доктор, профессор наук, уважаемая Светлана Валерьевна Панюкова, выслала работу на 400 с лишним страниц. Что я там вижу? Опять перечисления. И так можно, и так можно. А где критерии эффективности? Их нет. Где критерии оптимальности? Вот именно для данного вуза, для данного предмета, для данной задачи нет. Вот тут уже был свободный вариант ответа. Коллега Кузьмина Елена Владимировна пишет: вначале я ставлю учебную задачу, а затем думаю. Хороший подход, но иногда бывает так, что у нас задача формируется на основе новой технологии. Появились новые возможности онлайн взаимодействия, появились новые задачи. Такое тоже часто бывает, и таких примеров много. Итак, я хотел бы посмотреть еще раз на нашу аналитику. Аналитика не меняется. Мы все тщательно проводим. Да, мы думаем, что не обращаем внимания на рекламу, пишет Иван Александрович. Мы так думаем. На самом деле, они очень тонкие психологи, умеют цеплять наше внимание профессионально. Хорошо. Мы зафиксировали с вами тот момент, что мы думаем, что выбираем объективно и поступаем верно. Но давайте тогда ответим на такой вопрос. Как мы выбираем? На основе каких критериев? Вот я сейчас вам хочу показать один ролик, в котором есть три вопроса про эффективность. В этом ролике я сейчас его включу, мы вместе его посмотрим. Так, где он тут? Так, вот он. В котором я прошу вас выключить звук. Там будет музыка, она нам не нужна. Вот я сейчас, прежде чем включать, выключу у себя звук, и вы выключите. И попрошу вас ответить на эти три вопроса. Вот я их покажу для себя. Вот. Я хочу вас спросить. Знаем ли мы, что такое эффективная, оптимальная технология в онлайн-обучении? Что это такое? Оказывается, мнения разные. И следующий вопрос я покажу на экране. Вот я на примере чат-бота, на самом деле таких примеров и технологий может быть сколько угодно. Вот первый вопрос. Почему этот чат-бот делается за один час? Это же очень мало. Чат-бот — это тот способ, та программа, которая имитирует речь человека. Как ее можно сделать за один час? Хороший вопрос, мне кажется. Второй вопрос. Что такое нулевое программирование? Все ли мы понимаем? Это классная штука, когда не надо, допустим, гуманитарию знать программирование, и он может создавать интересное педагогическое решение на основе какой-то технологии. Согласны? И третий вопрос. Согласны ли вы, что чат-бот эффективен, неэффективен? Это надо понимать. Почему? Действительно ли эти вопросы есть и у вас? Согласны ли вы с ними, что эти вопросы каждого из нас могут волновать? Не именно по чат-боту, о котором мы еще будем говорить, а именно по самой сущности. Когда мы что-то выбираем, мы должны ставить вопросы. Вот теперь давайте посмотрим, как это происходит. Что такое чат-бот? Я специально взял ту тему, которая мало кому еще известно практически. Я бы, если бы начал говорить про Moodle, там, про гиперметод, может быть, он кому-то известен, кому-то нет. А вот чат-боты, как я вижу, мало кто применяет. Ну вот тут коллега Широкова
она была моим экспертом, она консультирована, она уже знает. Но посмотрите, как он работает здесь. В чем его интересность, полезность. Давайте-ка посмотрим. Вот запускается это окошко. Посмотрите, как я сразу делаю визуализацию, вставляю улыбающиеся изображения. Как я структурирую путь. Для студента один диалог. И своя картинка. Для родителя, для работодателя, для слушателя, для любопытного, для участников WorldSkills Russia. У каждого своя траектория, диалог. Получается, один чат-бот может консультировать, решать задачи для разных ролей. Интересно ли это? Да, я думаю, да. Думаете ли вы так? Так же, я не знаю. Но вот создать такой образ, сейчас он уже сделан более красиво. Смотрите, я родитель. Родитель интересуется, как происходит обучение его детей, его подопечных, может, внучка или внук. У каждого свой диалог. Я сейчас эти диалоги не раскрываю, но сама идея, по-моему, прекрасна. Для работодателя, пожалуйста, свой диалог. Но буду тоже зайти, посмотреть, задать свой вопрос. Вот такой чат-бот. Это было сделано без программирования. Это было сделано мной, я считаю себя гуманитарием. У меня степень по экономике, хотя и диплом инженера тоже есть. Я не прикладывал сюда никаких специальных программистских знаний. Суть в том, что я сумел, как мне кажется, это судить вам, сформулировать критерии оптимальности и найти вот этот способ, методику поиска оптимальных технологий. В данном случае на примере только чат-бота. Хотя таких технологий может быть сколько угодно. Это и тестирование, это и видео, это и социальное взаимодействие, и что угодно. Таких технологий множество. Вот в данном случае я решил использовать чат-бот, потому что он заменяет человека, он усиливает, он дает ему возможность заняться другой работой. И лучше, чем чат-бот, найти было сложно в моем случае. Консультант, приемной комиссии на сайте, который будет заменять людей. Круглые сутки. Это чат-бот. А вот какую платформу, какую технологию нужно было выбрать? Вот в чем вопрос. Не то, что взять чат-бот, а с помощью чего его сделать. И вот вывод. Он нравится. Он соответствует требованиям. А каким требованиям, мы сейчас с вами рассмотрим на нашем занятии. Это было вот такое вот к вам предложение подумать. И согласны ли вы, что в принципе нам это важно? Не важно на примере чат-бот. Важно уметь выбирать лучшее. Вы скажете, может быть, некоторые, что, ну и что, ну возьмем, попробуем, окажется не лучшее, другое возьмем, опять не получится, опять возьмем другое, так будем пробовать, пока не найдем, это может тянуться неизвестно сколько. Но времени-то у нас нет на эти эксперименты, нет у нас лишнего времени. Нам нужно сегодня решать наши задачи, сейчас. Поэтому я думаю, что вот эта методика выбора для нас интересна. Если вы не согласны, может, хотите поспорить, пожалуйста, напишите свое возражение. И сейчас я думаю, что вы убедились, что да, действительно, мне, Белоножкину, что-то удалось как-то найти эту технологию. И мне повезло. Вот я сел, мне повезло, и я нашел интересное решение, которое у меня работает. Причем в экономическом плане выгодное решение. Давайте теперь я покажу вам, как я нашел это решение. Как? Я сейчас вот уже начинаю рассказывать шаги этой методики. Я в группе Profideo показываю сейчас на экране. Есть такая группа в Фейсбуке.
если вы видите текст, приглашая всех желающих у себя на экране, сообщите, что вы видите то, что я показываю. Чтобы я знал, что не беседую сам с собой. Спасибо. Итак, вы видите, что я сделал. Когда я почувствовал, много прочитал, что боты могут заменять человека очень эффективно, я стал интересоваться и убедился, столкнулся с той же проблемой, с которой сталкиваетесь и вы. Что выбрать, какое решение, какую платформу. Проводить время в экспериментах, в поисках, пробы ошибок мне не хотелось. Я искал рациональный путь. Как же найти это лучшее? А то сами знаете, как бывает. Вот это взял, потом думаешь, а может быть это не то. А может быть есть лучше. Пошел другое искать. Опять взял, опять ищешь. Научных статей, анализа каких-то нет. И тем более все врут. Все что-то рекламируют, говорят, что они самые лучшие. Естественно, они врут, рекламщики. Поэтому что я сделал, коллеги? Посмотрите на мою логику и как бы методический подход на самом деле. Я взял в группе Профидо, создал опрос. Кстати, любой из вас может сделать точно так же. То есть то, что я говорю, оно не только мне доступно, но и вам. И говорю, давайте формулировать требования или хотелки, или функционал, который нам нужен. Причем не ограничивая себя ни в чем. Хотелки есть хотелки. И начал их сюда писать с возможностью добавления своих вариантов. И вот пошли предложения коллеги, вот даже аналитика. То есть я же могу ошибаться, а тут общественный разум. А что здесь это мы видим? Что и на мобильных устройствах мы хотим, и чтобы они полифункциональные, это же из педагогики, я сейчас объясню, чтобы он мог проконсультировать, это одна педагогическая задача, диагностировать, оценить уровень знаний и дать рекомендацию. Другая задача, обучать, видите, полифункциональность, это требование. Должны обеспечить рост результативности за счет диалоговых ботов. Какой результативности? Чтобы успеваемость была, чтобы не напрягая преподавателя был больший результат и так далее. И вот я таких вариантов, требований или хотелок получилось где-то там 20 с лишним вариантов, сейчас не помню. И тут были комментарии, что все нормально. Ну, один сказал, что а зачем, а чего. Ну, один в поле не воет. И так это был первый шаг. Я не только эти требования, хотелки сформулировал для себя. Я еще их обсудил с теми, посмотрел, как коллеги реагируют на вот эти требования. Вы скажете, ну, подумаешь, ну, составил хотелки. А что с ними делать дальше-то? Какая в этом польза? Хотелки, они и есть хотелки. А дальше было вот что. Я подумал, а что если мне не взять и не составить такую табличку хотелок? Причем на английском языке тоже я перевел вот эти требования. Составить в табличку. Показывал зарубежным коллегам потом, и я скажу, реакция была потрясающая. Я показывал трем разработчикам зарубежных платформ, говорю, вот я вижу вашу платформу так, я ее так оценил на английском языке. А вверху этой таблички, простая примитивная табличка, я размещал вот эти критерии и их веса. Так, критерии, вот они все тут перечисляются все эти критерии, вы их видите на экране. Вот, я давал доступ к этой табличке разным экспертам. Всем понравилось. Все сказали, логично. Вот, даже наличие русификации, да? Бесплатность. Не скажу, что бесплатность это главное. Но иногда это тоже интересно. Особенно тогда, когда бюджет вообще равен нулю. Дизайн, внешность. Вот прием платежей. Некоторые чат-боты, оказывается, могут еще и платежи принимать. Это не главный критерий, но он есть. И когда я составил эти критерии в табличку, я стал перечислять сами платформы вот здесь. Те платформы, о которых, метод выбора которых вы
упоминали вопросники. Я находил платформы какие-то, изучал их, тренировался, и чтобы не забыть, я давал им свои оценки. От нуля там до одного. Потому что, оказывается, с одним ботом работаешь, проходит неделя, ты уже его забываешь, что там было. Надо записывать. Что записывать, как записывать. Вот в виде таких шкальных или рейтинговых оценок. Я их рейтинговал по вот этим моим критериям. Вы сейчас думаете, а при чем тут я? Мне эти боты не нужны. Зачем мне этот метод рассказывать? Что мне он дает? Коллеги, а вот такой же метод вы можете применить и при выборе любой другой технологии, любого другого решения. Когда вы свои хотелки выстроили, собрали сначала, нашли то, что нужно по максимуму, а затем составили табличку. И каждый вариант сами или с помощью внешнего эксперта, который в этом понимаете, и которому вы доверяете, который понимает и которому вы доверяете, вы заполняете оценки. Экспертные оценки – это не математические, статистические исследования на реальных студентах, там, при затратах бюджетов и доказывания. Нет, не всегда нужно строить математические, статистические модели. И каждый ученый знает, что метод экспертных оценок позволяет при выборе соответствующих, конечно, экспертов, при соблюдении определенных требований к экспертизе, и к экспертам, да, вот если, допустим, они пошли, кто в лес, то по дрова, у них пропала конкордация, согласованность, то, значит, или вопросы составлены не так, или эксперты не готовы к этому вопросу. То есть есть определенные правила. Ну, допустим, вы не имеете даже экспертов и бюджетов на оценку. Вы можете сами попробовать и вот такую табличку составить, в результате чего, и вот, пожалуй, результат. Вот это лучшая или оптимальная технология для решения моей задачи. SnatchBotMe. Я не хотел вам говорить про боты. Не подумайте, что я рекламирую боты сегодня. Я показал вам способ решения или поиска оптимального технологического решения для данной задачи. На примере ботов. Без ботов может быть другая какая-то педагогическая задача, но принцип, я надеюсь, вы уже поняли, очень простой. Если у вас есть, во-первых, методическая такая вот, понятно, что я изложил, критерии, ранги и сортировка, всего лишь три шага, понимание, что нужен какой-то эксперт или ваше время, чтобы эти варианты вычислить, тогда все будет и вам понятно по вашему. Наверное, более интересно, как мне кажется, можно было бы спросить, ну и что дальше? Ну взяли вот этот, ну посчитали, что чат-бот лучший, ну поэкспериментировали. Где, что делать дальше-то? Коллеги, дальше все очень просто. Когда у вас есть четкое понимание, уверенность, что этот инструмент, эта технология, этот подход лучший для вашей задачи и для ваших условий, то есть при ваших бюджетах и так далее, лучший, дальше нужно сделать самый главный шаг. Изучить, освоить в совершенстве. Этот инструмент не должен лежать или применяться кое-как. Им нужно владеть совершенством. И вот тогда наступает кульминация. Конечно, конечно, Иван Александрович, вы удивительно четко уловили, как можно прошибать эти стены. Они прошибаются только в том случае, если руководитель быстро, у него нет времени долго слушать, и легко, вот такие таблицы легко, увидит, что для него главное. Он знает, у него есть потолок, у него есть ограничения, у него есть другой босс и прочее, прочее. У него масса требований. Разложите, оцените и отрейтингуйте. И вам будет легче, и вам поверят.
Естественно, потом, когда он скажет, а где результат, вы сможете сказать, вы изменили задачу, вы не пошли на то, что мы вам предлагали, поэтому изменились условия. А когда дали, да, носить, когда дали, да. Ну, кстати, статистику по результатам проще создать, когда тебе помогли, нежели добиться, сделать первый шаг. Помогите и сделайте то, что нужно. Когда сделают, там уже легче статистику. Ты там уже морально отвечаешь за это решение перед начальством, и ты постараешься сделать так, чтобы свой вариант показать во всей красе. Я сейчас эту красу вам тоже хочу показать, что получилось у меня с этим же чат-ботом. Получилась удивительная вещь, которую я хочу с вами поделиться. Прошу опять сейчас выключить звук, он там не нужен, и посмотреть и оценить, что получилось. Дать вашу оценку. Решение проблемы. Вот я показываю, я не просто создал чат-бота, я его интегрировал с человеком. Когда нужен человек, вот, ну не хочет родитель общаться с ботом, или студент, или кто угодно. Мне, вот видите, я везде показываю чат с человеком. Бот хорошо, тем более бот и сам признается в выступлении, я не все знаю, он честный. Он не говорит, что я знаю все на свете. Как только это он скажет, доверие к нему упадет до нуля. Он говорит, я кое-что знаю, я постоянно учусь, но если не хватает моих знаний, вы соединитесь с человеком. Вот везде я добавил эту опцию, чат с человеком. Если видите сейчас на экранчике, надеюсь, вы выключили музыку и слышите меня тоже. Как же работает чат с человеком? Вот мне нужен Юрий Николаевич. Не хочу я чат-бота, не выходя отсюда. Бот ему говорит, отлично, а теперь введите свое сообщение, и он вам ответит. То есть, вот он пишет, человек с сайта, посетитель сайта пишет какой-то вопрос мне. Например, как пройти регистрацию? Но он не понимает, как пройти регистрацию на сайте. Это нормальный вопрос. Это нам кажется, что у нас все легко и понятно, а пользователю может и не такого и не казаться. И вот я показываю, что как только человек, посетитель сайта, написал вопрос, который касается меня, оператор, да, я открываю свою панель. Если, конечно, я у компьютера в данный момент. Я ему отвечаю, и видите, вот с левой стороны выскочило уже мое сообщение. Я сижу в Сочи, он сидит в Хабаровске, например, и он получает уже сообщение не от бота, а от человека. Вот она интеграция. Вы скажете, ну хорошо, молодец, подумаешь, ну научился, ничего подобного. Если бы я не был бы уверен, что вот эта платформа, она сделана голландцем, а фирма находится почему-то в Израиле. Неважно, там русский язык тоже, кстати, есть, и она бесплатная. То есть другие критерии, о которых я говорил. Я, когда понял, что это лучшая платформа, я подумал, я не изучу досконально. Я не буду тратить время на эксперименты, на каких-то исследований, которых на самом деле нет исследований про эффективность работы. Я просто взял и сказал себе, вперед, изучай эту технологию так, чтобы от зубов отскакивать. Я это сделал. И когда я стал именно так относиться к этому выбору с уважением, я вдруг увидел новые грани, которых даже не знал, что оказывается, в чат-бот можно интегрировать живого человека. Дорогие друзья, вот уже стали вопросы. Спасибо, Иван Александрович. Это я сейчас скажу. Я снова возвращаюсь к показу экрана. Видите мой экран? Вот эту табличку вы, кстати, ко всем моим ссылочкам и файлам имеете возможность скачать, открыть. На первом месте вот это по рейтингу 100
с хорошим превышением рейтинга по сравнению с другими решениями платформа SnatchBotMe. Вот она, SnatchBotMe. Давайте, если надо, я ее напишу, вставлю в наш чат. SnatchBot. Да, спасибо, Алексей Александрович. Еще один эксперт. Я рад, что у нас здесь реально присутствуют реальные эксперты, которых знаю не один год. Спасибо, что вы участвуете. Вот здесь вы можете авторизоваться. Английский язык, наверное, вам по зубам. Там для эксплуатации там ничего сложного такого нет. Но я иногда включаю, хоть и переводчик сам английского языка, но часто включаю автоперевод. Вот это, тут видите, и статистика есть какая-то, сейчас не буду. И вот переписка последняя. А вот мои боты. Сколько я там сделал ботов. И по продаже пиццы. На самом деле, я его не делал. У них в этой подставке, по-моему, около 50 готовых шаблонов. В том числе и по обучению математики, там еще какие-то. Они все сделаны на английском. Но я их переводил, вот арифметика, погоду, какая погода в Сочи, он скажет, а через 3 дня он скажет, говорит бот. Я вот сколько ботов создал сам, они все реально работающие. И вот для Профидо там мнение собирает, он же еще может выступать в роли продажника, предлагать какие-то скидки на каких-то страницах, что-то особое предлагать, запоминать имя. Ты зашел в следующий раз, а он помнит тебя и не переспрашивает. У него переменные вот эти, которые там позволяют, он работает с электронной почтой, с телефонными номерами, вести базу клиентов, если вы занимаетесь продажами. Приемная комиссия может запоминать, вам подсказывать. Колоссальные возможности, да? Вот сколько я сделал таких ботов. Это сделал что-то я сам, что-то, вот он даже тут ртом шевелит. Я сейчас не буду об этом говорить подробно, но вот ответ на вопрос, пожалуйста, SnatchBot я с нулевым программированием освоил. А где можно скачать таблицу? Пожалуйста, коллеги. Так, я сейчас доступ. Да, доступ есть, копирую ссылочку. Только для вас. Мое ноу-хау, коллеги. Если вам не нравится SnatchBot и вы хотите быстро посмотреть, что еще есть, например, вот эти индусы GapShap.io, ну, там другие возможности, там очень интересный дизайн, там можно анимированную подложечку под чат-бот вставлять. Я сейчас не хочу отвлекаться, я думаю, нам надо идти дальше. Еще у нас время есть для интересных вещей. Вот, пожалуйста, можете посмотреть и написать свои отзывы. Вот я вижу, тут уже появилось 5 человек. Дельфин, лемур, вомбат, бегемот. Это вы сейчас смотрите. Я вижу, что вы под анонимными именами участниками смотрите. Так, какие еще вопросы есть? Вопросов нет, коллеги, но... Хорошо бы, если кто-то из вас со мной поспорил, а вдруг я что-то не то говорю. Может быть, это антинаучно, может быть, это неправильно, методически неверно. Попробуйте, скажите, мы все будем благодарны, особенно я. А сейчас я хочу вам еще кое-что показать, показ выбора оптимальной технологии. На примере, я вот в рекламе писал, на примере КИМов, контрольно-измерительных материалов. В онлайн-обучении, как мы всех прекрасно знаем, просто показать ролик, провести вебинар, это ничего еще не значит. Это только лишь часть. Нужно всегда контролировать, управлять усвоением. И одним из таких замечательных методов являются тесты. Но... трудоемкость этих тестов, вот кто знает, работал, знает, что это трудоемко. Надо составить в Word сами вопросики, приложить их к рабочей программе дисциплины. Потом каждый вопросик отдельно, ввести название, варианты ответов, веса, правильно, неправильно,
вести все это в Moodle. Каждый раз все перезагружается, где-то ошибся, что-то не ввел, он пишет ошибку. И это колоссальная трудоемкость для тех, кто понимает, что такое KIP. И когда я еще 2 года назад в нашей группе ProfiDo разместил ссылку, что, пожалуйста, коллеги, шаблон есть. Даже публикацию на конференции выступил в Петрозаводске именно по этому шаблону, который многократно сокращает трудоемкость педагога. Без обращения к Moodle, ведь педагоги, вот моя позиция и мои требования, вот с точки зрения руководителя образовательной организации, требования к технологии какие? Не мешать преподавателю. Избавить преподавателя от несвойственной ему работы. Онлайн-технологии хорошо, но пока его научишь, как это вводить, а многие ведь учат, пока он найдет свободное время, уже все ушло. У него занятия, ему надо писать отчеты, быть на субботнике, еще что-то проводить, на конференции выступать, публикации. Он не успевает ничего этого. А тут еще ему это тесты. Вот требования руководителя, на мой взгляд, правильные, и чтобы сделать эффективное онлайн-обучение, таково. Преподаватель пусть занимается своей работой. Вот надо ему тесты, делайте тесты. Где? В Word. А вот остальное должна сделать машина. Сейчас я вам покажу, как это оптимально. Мы за сегодня всем отделам написали 35 гифтов. Всем отделам. Но я знаю, что такое гифт. Это старая версия Moodle 1.9, где графика, кстати, вставляется. А вот в третьей версии, уже вы на 2 шага отстали, на 2 головы, то нужна же и графика, чтобы была, и формулы, чтобы были, и в названии вопросов, и в вариантах ответов, и даже в комментариях, в примечаниях. Вот он ответил неправильно, там тоже может картинка появиться, в том числе и анимирована. Как это сделать? Я сейчас хочу вам показать скорми. Я не знаю, не уверен, что все остальные понимают, что такое скорм. Я вас умоляю. Вот эта технология когда-то была хороша и единственна. Но скорм — это неэффективно. Грубо говоря, неэффективно. Я рад, что Иван Александрович здесь участвует. iSpring. Вот, iSpring. Так его ж купить еще надо, этот iSpring. И стоит он, по-моему, 1040. Да, еще потом раздать преподавателям. А у вас, или кому там вы раздаете, меньше, да? Ну, я не помню. А тут Word, обычный, простой Word, который есть у каждого. Даже старый Word. И все. Не надо ему скачивать, покупать лицензию. Он делает в iSpring. Я хочу показать вам это решение. Так, вот, я назвал этот ролик, посмотрите, пожалуйста, и оцените его вариант. Здесь звук выключать не надо. Итак, кульминация поиска эффективной технологии, решение задачи массового импорта тестовых заданий в Word силами простого преподавателя без специальной подготовки, без специальной, без знания Moodle. Вообще Moodle может и не знать. Как это создать? Показываю. Двойной удар. Почему двойной, сейчас узнаете. Первое, как подготовить и как вести. Вот двойной удар. Шаблон. Здравствуйте, коллега. Я показываю вам шаблон для импорта тестовых заданий, который я предлагаю, в надежде, что вы знаете, что такое тестирование, вы проходили курсы повышения квалификации, у вас руководители такие, которые объяснили вам смысл этих тестовых
заданий, сколько их нужно писать и так далее. Это мы сейчас не рассматриваем. Вот это для вас инструкция. Те, кто захочет, вот этот ролик у вас можно скачать в вебинаре. Это инструкция. И так далее. Это мы сейчас не рассматриваем. Мы рассматриваем только одну единственную задачу. Как вам эти тестовые задания быстро импортировать в систему тестирования. Итак, что здесь мы видим? Что тут предлагается? Создать копию этого файла. Математика, физика, экономика, что угодно. Все, теперь у вас есть копия, и вы можете спокойно с этой копией работать. Потом эта копия будет использоваться для импорта. Тут перечислено несколько типов тестовых заданий. Например, как эссе, соответствие и еще ряд других. Рассмотрим каждый из них. Если вы хотите, чтобы у вас было эссе в вашем тесте, и вы знаете, что это такое, вы так и пишете свой вариант. Не будем сейчас вдаваться в подробности. Балл по умолчанию здесь выставлен. Шаблон ответа отзыва выставлен. Все хорошо. Вы выставляете за это задание оценку вручную. Такое тестовое задание, но с ручной оценкой. Если вам это задание не надо, вы его удаляете. Идем дальше. Пока оставим. Вопрос на соответствие. Варианты можно добавлять. Вот здесь вот обратите внимание, что не надо ничего здесь ломать в этой таблице, оставляйте, только пишите нужные сведения в ячейку. Вопрос на соответствие. Например, укажите, к примеру, двоеточие. Давайте попробуем заполнить вот такое вот определение. И это называется вот такой вот вариант ответа. Например, вот такое. Можно вставлять копипастом. Вот мы видим три варианта. Если у вас больше, тогда можете добавить строчки и добавлять столько определений, сколько вы хотите. Чтобы запутать своих студентов, можете написать одно фальшивое определение, неверное. Соответственно, все эти определения будут перемешаны. Вот и все. Балл по умолчанию есть, отзывы сохраняются. Можете написать здесь свои более оригинальные. Если желаете, можете размещать и графику. Например, вот такую вот. Браво! Похвалить. Я использую программку для захвата фрагмента изображения. Копирую и копипастом вставляю. Только уменьшаю чуть поменьше его. Вот так. Будет перескакивать. Не пугайтесь. Вот такое вот графическое изображение. Комментария. Правильный ответ. Соответственно, вы можете и... Нет, это неправильно. Это общий, а за правильный нужно вот сюда. Вот. Для правильного ответа вот сюда. Давайте за неправильный ставим тоже какое-то изображение. Ну, допустим, какую-то грусть, ответ неправильный. Вот прямо вот взять и... копипастом скопировать и вставить. Ваш ответ неправильный. Ну, еще бы тут можно написать ваш ответ, к сожалению. То есть добавить эмоциональности в тесте. К сожалению, неправильно. Будет такая картинка. Ну, вот такой, допустим, замысел. Идем дальше. Выбор нескольких правильных вариантов. Очередное тестовое задание. Очень часто применяется. Давайте придумаем какое-нибудь тестовое задание, но с графикой. Вот такое примитивное задание, как выглядит Александр Пушкин. И здесь мы можем ставить не тексты, а изображения. Это удивительно. Это будет работать, и оно все вставится. Отзывы можно оставить. Поскольку мы берем несколько правильных, у нас будет несколько правильных. По умолчанию два варианта всего стоит, 50 и 50. Если у вас их будет больше, например, 4, тогда будет за каждый по 25. Оставим пока 25 и 50 и поищем изображение Пушкина.
чтобы вставить его. Картинки. И начинаем вставлять. Вот это правильно. Можно сделать поменьше. Еще одно изображение. Вот два правильных варианта. И давайте вставим еще два неверных. Отзывы стоят. Вы видите, какие? Можете написать свои отзывы на каждый верный и неверный вариант ответа. Балл по умолчанию понятно, отзыв понятно. То тоже можно вставлять графику. И тоже можно вставлять какие-то эмоции, вот такой, на какие-то картинки. Это все примеры. Вопрос, а если таких вариантов будет несколько? В этом случае, коллеги, поступайте очень просто. Вы копируете эту табличку полностью. Вот я ее скопировал. Посмотрите, как это получилось. Не ломайте саму табличку. Вот я ее скопировал отсюда до сюда. Захвачено все вот это. Копирую, Ctrl-C. И вставляю в любом месте, потому что все равно потом перемешается. Ctrl-V. Вот я вставил второе задание. Вот оно первое, вот второе. Сколько надо, вы вставляете, только не забывайте потом редактировать. Отменяю вставку. Таких заданий может быть сколь угодно много в вашем документе, в вашем Word. Следующее задание очень похоже, называется «Выбор одного правильного ответа». В нем балл стоит 100 баллов. И последний тип задания верно-неверно. Ну, это уже мы не будем смотреть, все уже понятно, и верно-неверно. Только там, где верно, нужно поставить 100 баллов. А где неверно? 0. Все, коллеги, осталось вам скопировать вот эти задания столько раз, сколько надо, отредактировать, и все, этот файл готов для импорта. И вот мы смотрим результат. Начать тестирование, и появляется эссе. Следующая страница. Вот укажите точное определение. Обратим внимание, что здесь формат не совпал. Поэтому, когда вы будете вводить, форматируйте все однообразно. И вот вариант геометрическое изображение. Я сейчас специально действую неправильно. Но мы видим, что все работает. Следующая страница. Выберите один. Вот эти варианты изображений тут есть. Специально здесь делаю ошибку. Так, верный вариант, мы видим, работает тоже. И ответ напишем с маленькой буквы специально. Тоже здесь сделаем ошибку. Закончить попытку. И смотрим результат. Все работает. Все работает. Там, где мы ставили комментарии, он их вставляет. Там, где мы вставляли изображение, он показывает изображение, ваш ответ верный. То есть мы получили полностью результат благодаря вот этому шаблону. И в заключение хочу вам пожелать вот этот шаблон, не меняя, просто один к одному вы сохраняете в составе рабочей программы дисциплины. Это экономия вашего времени. Вы решаете две задачи одновременно и формируете кимы ваших РПД и обеспечиваете моментальный ввод тестовых заданий в системе тестирования. Спасибо за ваше внимание. Итак, спасибо, что просмотрели. Спасибо за вопрос, Алексей Александрович. Я этап загрузки в Moodle не показал.
Не, показал, там было, выбираешь файлик, и он загружает, как из Word попадает в Moodle. Так, загрузка простая, ну, не знаю, то ли вам показать еще раз, то ли вживую. Вот такой, допустим, запуск. Посмотрите в записи где-то, я об этом говорю. Первый. Посмотрите в записи, там это есть. Теперь скажите, пожалуйста, вот те из вас, коллеги, вот Иван Александрович, Алексей Александрович, другие коллеги, которые знают хорошо Moodle, вы как эксперты, вы согласны с тем, что такая экономия действительно появляется? Или это мне так кажется? Эта функция в любой версии Moodle, и в двойке она есть. 2.9 есть, от 2.9 до 3.5. Спасибо за вопрос, Елена Юрьевна. То есть нормально. Я думаю, у вас уже стоит третья. Экономит определенно. Определенно. То есть те эксперты, которые давно работают, они почувствовали, что преподавателю этого достаточно. Остальное сделает отдел, специалист, который это сделает. Хотя вот здесь присутствует уже еще один эксперт, я считаю, Ирина Владимировна с РКТМ. Когда я показал ролик, как в общих чертах это делается, не обязательно. Она и файл сделала, сама подготовила. И, зная, что ей с нее это никто не требует, она сама взяла и разместила, сделала импорт в Word. То есть человеку, как мне показалось, я так чувствую, интересно проверить, я вложил в свое время, получится или нет. И у нее получилось. Она не информат, она не программист. И она взяла и сделала. Вот, коллеги, пожалуйста, вот уже тут и семинары, вебинары очередные, сертификат за сегодняшний вебинар. А теперь я хотел бы спросить ваше мнение. Как экспертов, согласны ли вы с полезностью того методического подхода, который я вам сегодня представил? Я вижу, подошел уважаемый Валерий Антонович из Белоруссии и особенно Сергей Львович, который попросил быть моим оппонентом. Сергей Львович, вы эксперт, автор многих монографий в Ctrl-C онлайн-обучении. Вы и известный вставляю ученый в любом месте, по потому что все равно потом две онлайн-обучению. мешаются. Ctrl-V, Если вот хотите я вставил микрофоном, второе я включу, задание. дам микрофон, Вот оно, первое, вот и вы второе. скажите Сколько голос. надо вы И вставляете, только не напишите, забывайте вы потом поддерживаете, редактировать. вы Отменяю согласны, вставку. или это все Таких выдумка, заданий может быть тут нет сколь угодно ничего много в вашем полезного для того, документе, чтобы в вашем Word. Следующее ответить задание на очень вопрос, похоже, называется как «Выбор одного решить правильного проблему ответа». выбор оптимальной В нем технологии, балл стоит 100 когда баллов. средства ограничены И при последний тип наших текущих задания возможностях. «Верно-неверно». Ну, Итак, это уже мы не будем смотреть, все уже понятно. очень И облегчает, «Верно-неверно». спасибо, Только там, где очень «Верно», удобно, нужно поставить спасибо. 100 баллов. Особенно здесь, вот, А где Иван «Неверно»? Александрович очень 0. четко заметил Все, главную коллеги, проблему, осталось когда вам формулы, скопировать вот эти задания технические столько раз, сколько дисциплины, надо, химия, отредактировать. И сопромат, все, этот файл математика готов и так для далее. Вот импорта. там копипастом преподаватель может И вот мы делать что смотрим угодно. Moodle, и результат. каждую Начать картиночку тестирование, и отдельно, файл появляется выдать из эссе. проводника, загрузить, Следующая размеры страница. выставить. Все это многократные затраты. Вот укажите Один точное шаблон. определение. Спасибо, коллеги. Обратим внимание, что здесь Спасибо. формат не Я совпал. хочу сказать Поэтому, следующее. когда вы Всем, кому будете надо вводить, получить, форматируйте я все вышлю по почте. однообразно. Обращайтесь ко мне, И я вот персонально вариант вышлю. геометрическое Я не хочу выкладывать в изображение. Я общий сейчас доступ. Я уже давал специально в общий действую доступ 2 года неправильно, назад. но мы Я видим, увидел, что когда что все дается просто работает. так, да еще и Следующая бесплатно, значит, страница. это Выберите плохое. один. Я Вот эти не варианты договорил, не изображения услышал тут самый главный есть. вопрос, что еще надо. Коллеги, те, кто работает Moodle, Специально здесь есть делаю плагин ошибку. для этого импорта. Вот я сейчас дал ссылочку. Но если вы попытаетесь взять и Так, шаблон верный англоязычный, вариант. дело не то, Видим, что мой работает тоже. русскоязычный, а тот нет. И ответ Те шаблоны, когда вы напишем начнете импортировать, с у вас маленькой будут буквы выскакивать специально. ошибки при импорте. 100%. Вот я сейчас дал Тоже ссылку. здесь сделаем Скачайте их ошибку, шаблон закончить попытку. оригинальный.
у вас не будет и работать. Смотрим результат. Вот мой шаблон, пожалуйста, имейте в виду, вот я уже проверил, здесь сидит коллега, все которая работает. Сама это проверила, она испытала. Все работает там, где мы там ставили комментарии. Он их я вставляет. Думаю, что мы... Там, где мы вставляли изображение, поблагодарить он показывает друга. Изображение, ваш ответ верный. То есть мы получили спасибо полностью результат благодаря если вот сегодня этому день шаблону. Педагога, то что и в заключение хочу вам пожелать вот этот знаю, шаблон, не меняя, просто один к одному вы сохраняете вот, в составе рабочей пришлю. Программы дисциплины. Это экономия вот уже вашего в Фейсбуке времени. Мне. Вы решаете пишут, две задачи спасибо, одновременно. И формируете КИМ и ваши день РПД. У нас и обеспечиваете моментальный ввод тестовых заданий. Решением проблемы выбор оптимальной спасибо технологии. За ваше внимание. А, Сергей Львович отходил. Ну, все равно спасибо, что приходили. Я надеюсь, что этот вебинар был вам полезен. Я очень ждал вашего мнения. То, что мне хорошо, это как бы одно. А когда я увидел, что и вам это подходит, то моя задача, я считаю, выполнена полностью. Если вопросов нет, если мы уложились, а мы уложились вовремя, обещали час, то я всем, кто написал, я всем вышлю по почте. Если у вас не будет работать, наверное, я создам закрытую группу в Фейсбуке для сторонников применения этого шаблона. Я думаю так, чтобы нет возражений, если я сделаю именно вот так. В закрытой группе Фейсбука специальную группу вот именно те, кто хочет применять шаблон импорта Moodle из Word. Спасибо.